Но музыканты, которые сейчас выйдут на сцену, наверное, не нуждаются в каких-то дополнительных представлениях, тем более, что я считаю, что сегодня эта группа очень модная, ничего в этом плохого нет. Мой коллега, кстати, можно поаплодировать телекомпании ТЭТ, которая сегодня здесь. ТЭТ, спасибо вам большое. Говорил о том, почему же на джазовых вечерах совершенно не джазовая группа. Ну, буквально за 4 минуты мы выяснили, что музыканты, которые играют в этой группе, и все вместе, и каждый в отдельности, наверное, могут сыграть все, как говорится, от Баха и до Оффенбаха. И, наверное, все-таки в многоцветии разных музыкальных голосов и языков джазовый язык присутствует совершенно однозначно. Наверное, поэтому не только world music, а музыка в стиле Celtic сегодня очень модна и сильна. Она возвращает к нас к истокам и лишний раз доказывает знаменитое правило о музыке, которая основана на народном мелосе, что эта музыка, в принципе, она совершенно комфортна и совершенно не конфликтна. Поэтому, вероятно, эта музыка никогда не рождалась, как бы явилась сама собой, и никогда не умрет. Такую музыку играют музыканты из гурта «Йогурт». Я отвыкаю уже от, я говорю, группа «Гурт Йогурт». Тавтология получается такая. И поэтому я хотел бы, чтобы вы еще раз поаплодировали музыкантам отдельно, которые сегодня будут радовать вас, я в этом уверен. Вначале я попрошу на сцену прекрасную девушку. Вот я когда на нее смотрю, всегда вспоминаю изречение знаменитого вначале господина Битова, затем господина Кнышева. С годами на улицах замечаешь все больше и больше молодежи. Марья Хмелева, флейта и спивы. Время меняется, и вот на бас-гитаре в этом составе играет человек, который недавно обрел новую фамилию, бас-гитара Олег Депутятин. Немножко напомнил о Верховной Совете. Кирилл Бородин, скрипка. Наверное, один из духовных лидеров йогурта. Данила Денисов, клавишный и аккордеон. Кстати говоря, уже Виктор Овчинников и еще один человек подготовили диск «Антология украинского джаза», и, наверное, там не только джаз-музыка. Вот нам очень понравилась пьеса в исполнении «Гурта Йогурт». Мы ее включили туда. Кстати говоря, сегодняшняя программа тоже так называется «Гениальный музон». По-английски можно сказать «Genius Music». Наверное, так. Есть в йогурте братья, не брекеры, не гибсоны и даже не сестры Берри. Ким Решетько играет на гобое, поет и играет на гитаре. Автор многих произведений в группе «Йогурт». Ким Решетько. На перкуссии Тимофей Решетько. Кого забыли? Здравствуйте. На барабанах. Александр Мурчик Муренко. Есть еще один человек, которого называют членом группы, это правильно, он сегодня за пультом, он помогает своим друзьям. Джек, ваши аплодисменты, Джек. Ну а теперь мне осталось сказать знаменитые слова, они очень простые, но очень искренние. Я желаю публике сегодня в Алькапоне приятного отдыха, я желаю музыкантам хорошего выступления. Гурт Йогурт.